мультяшки, одебашки. Здравствуйте, ребята! Это Скуби-Ду. Сегодня у него особый день. Он будет участвовать в гонках. Для этого ему понадобится гоночный автомобиль. Начинаем с каркаса автомобиля. Теперь выбираем колеса. Хорошенько закручиваем. Дальше будем машину красить. Я решил выбрать зеленый цвет. Каждый гоночный автомобиль имеет свою окраску, чтобы его можно было отличить от машин других команд. Украсим автомобиль полосками других цветов. И покрываем машину лаком. Теперь нужно наклеить эмблему команды. Вот это то, что нужно! Я решил украсить автомобиль сувенирами из моей коллекции. Теперь я готов к гонке. Дорогие друзья, мы начинаем гонки. И вот дан старт. Участников ждет нелегкая гонка, так как на трассе много препятствий. Скуби-Ду немного замешкался, и вперед вырывается Матли. А сейчас Скуби-Ду проворно его обходит, но Матли от него не отстает. Скуби-Ду включает форсаж и отрывается от других участников. Скоро мы узнаем победителя. А вот и долгожданный финиш. И Скуби-Ду приходит первым. Уверенная победа. Скуби-Ду получает золотой кубок за первое место. Вот и закончилась увлекательная гонка. До новых встреч, ребята! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые мультики!